Уже несколько лет в Ленске существует православный центр. Все нуждающиеся горожане там могут получить безвозмездно одежду, обувь и предметы быта. Сюжет коллег из Ленска. В первые дни работы центра «От сердца к сердцу» стало ясно, насколько он необходим. Нуждающихся в помощи центра оказалось довольно много. Постепенно центр стал сотрудничать со всем районом. Сегодня в центр приезжают представители наслегов, берут все, что необходимо их подопечным. Люди забирают одежду десятками килограмм, и она должна быть уже заранее тщательно разобрана и распределена по наименованиям. Это очень трудоемкий процесс. Кто совсем сильно стесняется, мы подготавливаем вещи, развозим по домам. Бывают и такие случаи, потому что, ну, если совсем человек стесняется, боится, всякое же могут сказать и смотреть не так. Вот, и детям в школе могут как-то укорить, и, ну, всякое бывает, поэтому мы, бывает, делаем адресные помощи, развозим. И по деревням развозим, да, у нас в деревень очень много заказывают, бывает, вещей. Склад вещей для нуждающихся сегодня мало чем отличается от торгового павильона. Многие ленчане даже путают. Светло, удобно, вещи развешаны по вешалкам, все как в магазине. Единственное, не так просторно. Женские платья, блузки, юбки, костюмы, детские брюки, рубашки, свитера, таблички с наименованиями одежды не дадут растеряться. Спокойно выбрав необходимую вещь, можно тут же примерить. В центре можно найти не только одежду, но и многое другое. Часто совершенно новые вещи жертвуют коммерсанты. И так получается, что помощь здесь можно не только получить, но и пожертвовать. Людей приносят много вещей. Ну, последнее время в связи с кризисом, видимо, маленько поубавилось у нас народа. Нуждающихся у нас очень много. Поэтому, кто может оказать посильную помощь, пожалуйста, приходите, приносите вещи. Мы будем очень рады все принять и раздать нуждающимся. Принимается в хорошем состоянии обувь, одежда, бытовая техника, игрушки, а также постельное и нижнее белье, только новое. Нам даже посуду приносят и спрашивают, и постельное белье, и одежду, любую. Единственная большая просьба, чтобы вещи были чистые, если это вещи, нательное белье, да, ношенное, естественно, приносят, но чтобы было постирано, поглажено, чистое, не рваное, не грязное, чтобы было состояние, которое можно на себя одеть и пойти. Православный центр представляет вещи многодетным, малообеспеченным семьям, нуждающимся людям. На входе посетителю необходимо предъявить паспорт или любое удостоверение личности сотруднику центра. Центр работает по субботам и всего несколько часов. Но даже за эти несколько часов проходит порядка 20 человек. Каждый посетитель за один поход в центр может взять не более 10 вещей. Светлана Балеева, Алексей Семенов, НВК Саха, Ленск.